Вот она рассказываю. Способности говорить-то есть. Здравствуйте. Это козырный же номер считается. Вы что-то хотели? Во что? В лесу родилась елочка? Кстати, я была в свое время. Такие детки, такие милашечки такие. Такие прям сыт по горло. Жрать хочу. Вообще очень интересно, да? Когда мама своему маленькому ребеночку говорит: «На, на, сыночечек!» А потом говорит: «А где же все мужики-то? А где же вы, мужики?» Секундочку. Сейчас лампочку завесну, чтобы подсвечивать. То есть я могу ее ковырнуть? Тут недавно был кастинг какой-то, нужно было посмотреться на парковке за парковочное место. Давай, жди. Женщина, вы что, права купили? Что, не знаете, как парковаться? Вы не умеете водить, идите отсюда, едьте. Вы... Заткнись, придурок. Кто тебе-то права дал? Идиотина. Сказать тебе, предъявите документы, он в изумлении открывает рот. Ему нравится твоя прическа, твоя губная помада, цвет твоей блузки, которую ты выбрала. И остолбеневает. Тварь, да сколько можно? Быстрее! Ты почему на меня орешь? Почему? Мне приходит текст, и мне надо, типа, в 19 уже было этот текст скинуть. И она мне: быстрее! То есть каждые 2 минуты я даже не понимаю, кто я, что я. То есть баба напивается и начинает ругаться со своим мужем. Ой, это мы любим. При этом я так понимаю, что она очень это такая хорошая история. Хорошая тетка. Визитки расскажешь. Я уже рассказала. Да. В принципе, мне вообще все равно.